Всем привет, друзья! Меня зовут Алексис, и сегодня мы с вами поиграем Bubble Blast Rescue 2, Bullet Bender, Kitten Robot, Crowd City, Cube Surfer, Save the Girl, Roblox и Minecraft. Ребятки, пожалуйста, не ленитесь, ставьте свои лайкусики, но мы начинаем с самой первой игрушки. Я очень давно играл вот в эту вот игру, смотрите, что нам нужно сделать. Нам нужно, получается, спасти наших друзей. Мы сейчас это, в принципе, будем и делать. Так, ну чё, сейчас мы нацелимся в них вот такими вот шарами, например. Первый шар полетел. Бум! Получи! Это вообще какой-то, я не знаю, метеоритный дождь или что. Ну, короче, нам, ребятки, нужно с вами все эти шарики скинуть в воду. Давай, 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 давай. Следующий шарик отправляем. А, все. Так, игра окончена. Стоп, мы что, проиграли? А, точно, ребятки. Нам нужно их скинуть в воду, а чтобы наши эти собратья остались в живых. Ну, хорошо, сейчас мы постараемся. Давай, 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 давай. Падай, падайте быстрее. Так, еще, еще. Чуть-чуть, все. Отлично, он упал. Верхнего тоже забиваем. Не-не-не-не-не-не-не. Они еще держат, смотрите, они еще держат наших братиков маленьких, да? Мы, получается, синенькие, а они вообще зеленые. Так, хорошо. Ребятки, давайте прокрутим карту и... Так, надо каким-то огненным ударить или что? Давайте вот так вот. Бам, 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 бам. А, у меня ничего нету. Так, ну этих не скинуть вообще никак. А если зарядить энергией? Тоже, ребят, ничего не получается. Блин, да как же мне их вальнуть? Ну давайте вот так вот сделаем, что ли. Последний удар свой используем. Так, пожалуйста, только не по этих, пейте. Только не по этих. Нет, 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 нет. Хотя бы одни. Хоть один, пожалуйста, выживи. Так, этого нужно добить. Давай, 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 давай. Так вот бьем, 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 бьем. Все, все, упал. Отлично, ребятки, отлично. Грубо говоря, выжило 2 из 3. Но это тоже как бы хорошо. Значит, 2 звездочки мы с вами заработали. Так, тут тоже, в принципе... А, тут, наверное, полегче будет. Потому что мы сейчас этого вот центрального скинем. И этот вот желтый упадет вместе с ним. Все. Так, а теперь то же самое. Красного толкаем. Давайте, падайте в воду. Все. Вот сейчас мы с вами спасли всех троих наших друзей. Миссия выполнена. Это уже 6-я миссия. Вау, это ночь. Ну, давайте выберем метеоритный дождь. Бесконечная штука. И что теперь? Все. Это как землетрясение, да? Ладно, этого чувака мы сейчас с вами вытолкаем отсюда. Давай, давай, падай, блин, еще и бочка-то стоит, мешается мне, да? Так, все, бочка скатилась, и чувак этот желтый тоже сейчас упадет. Давай, давай, последние удары, все, прощай. Так, че? Так, мы ж... А, еще бочка, блин, а я даже не заметил, ребята, что бочка это тоже, типа, злой чел, да, которого нужно уничтожить. Друзья, не забывайте предлагать в комментариях какие-то крутые игрушки. Я обязательно в них буду играть, так как, ребятки, на моем канале выходит очень часто по 2 ролика в день. Нет, одного мы потеряли, ребятки, мы одного потеряли. Чувствую, что сейчас еще второго потеряем. Нет, блин, реально потеряли второго. Так, но этого мы с вами не должны потерять. Ребятки, хотя бы один у нас выжил. Да, один из трех. Давайте мы с вами пройдем тогда еще одну миссию и будем открывать следующую игрушку. Так, выбираем теперь сюда, вот и сюда. И что теперь? Ну ладно, пусть... Оу, щищ, так. Нужно цель навести в другое место. А, все? Это было все, только один раз мы ударили. Так, это я нажал сюда вот. Это бесконечные у нас есть выстрелы. Смотрите. Бух, класс. Мне это нравится. Давайте еще раз так сделаем. Так, сюда и вот сюда вот. Прощай, чувак. Бум. Еще последнюю туда бочку. Все, бочка, падай в воду. Все, ребятки, миссия выполнена. Отлично. Давайте будем открывать тогда следующую игрушечку. Это у нас Kitten Robot. Продолжаем играть. Смотрите, что мы можем улучшить? Давайте мы улучшим лучников. Все, они теперь немножко посильнее стали и в бой. Смотрите, вот против нас вот такая вот армия, да, мы можем еще вот так вот сделать, смотрите, можем потом еще сделать вот так вот, дополнительные выстрелы. Давай сюда вот, бам, получайте. Так, ну что, мои котики, они перезарядятся сейчас или нет? Да, все, они сейчас перезарядятся, ребятки, мы их повторно отправляем. О, это какой-то босс, ребята, это какой-то был босс, ну это победа. Так, мы замочили этого босса и заработали еще немножечко денежек. Так, что мы здесь можем с вами апгрейднуть? Давайте мы посмотрим. О, это Witch Cat, то есть кот-ведьмак, да? Но мы, к сожалению, не можем, ребятки, его прокачать. Башню как-то нашу можно еще улучшить или нет? Битва, тут, наверное, тоже ничего нельзя прокачивать. Можно так улучшить лучника, робота. То есть эту вот штуку мы сейчас улучшили, да? Ладно, следующий бой. Так, погодите, погодите, отправляем наших этих товарищей, котиков. И теперь fire. Давай сюда вот, огнем. Бам, все, погорели, все погорели. Так, давай, 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 стреляйте, стреляйте. Ой, блин, сейчас меня еще это отдубасят. Давайте, котики, в бой. Принимайте все удары на себя. Так, это снова победа, ребята. Так, крутанем колесо фортуны. Бесплатное вращение. Это раз в 3 часа нам дается бесплатное вращение. Я хочу деньги. Ну зачем мне кристаллики? Вот 4К. Это было бы в самый раз, ребятки. Так, вращать еще. У меня 0 билетиков. К сожалению,
Не смогу я крутануть. Так, здание, это что? А, это, я понимаю, следующая миссия, да? Угу. Так, что мы тут еще можем прокачать? Ну, нам бы 3 штучки, конечно, бы не мешало накопить. Ребят, чтобы купить себе чародея, давайте мы это и сделаем. Это вот волна, смотрите, она скоро закончится. Это волна, давай огнем, нате, получаете. Плюс еще арбалеты, плюс еще... Ой, я еще этой штукой могу стрелять, оказывается. О, это бонус. Это, ребята, бонус, смотрите, сейчас бомбу накроют. Их, отлично, котики в бой. Все, волна закончилась. Мы снова с вами заработали, в принципе, немножко денег. Давайте мы с вами постараемся купить сегодня вот этого чувака, который стоит 3000. Ребят, 2 боя. Еще 2 боя и все. И мы с вами купим себе то все. Так, все, давайте горите, котики в бой. И теперь вот такими вот шарами. Давай, стреляй, стреляй. А, он сам стреляет без меня, да? Так, ой, это денежки. 3 штуки, ребятки, 3 штуки. Отлично. Defeat. Все, мы победили его. Город. Ну ладно, ладно, купить бесплатно. Ну, если бесплатно, то почему бы нет? За бесплатно я люблю покупать что-то. Так, теперь покупаем чародея. Все, купить. За 3 штуки мы его купили. Так, поднять уровень. Ну, поднимать уровень мы ему не будем, потому что у нас не хватает денег. Так, ну смотрите, чародей, короче, отправляется в бой. Молодец, молодец, чародей. Давайте, котики, помогайте нашему чародею справляться там с этими вражескими существами. Смотрите, они его не могут уничтожить. А он что, неубиваемый? У него жизнь восстанавливается, ребят, представляете? Да, прикольно. Мне нравится. Вообще прикольная игрушка. И, кстати, чародея нашего можно прокачать. Так. Поднять уровень. Все, мы ему подняли уровень. Он стал еще сильнее, представляете? Давайте еще проведем несколько битв. В принципе, бой здесь довольно-таки слабенький. Ну, довольно-таки легко уничтожать противников. Так, все, подожгли их. Еще арбалеты выстрелили. И все, сейчас им будет хана. Что-то на нас реально какие-то слабаки идут, если честно. Да. Наша башня, конечно, максимально прокачана. Вот этих вот котиков мы... О, что это за огурец, ребята? Это что за огурец такой? О, все, получи, босяка. Ладно, ребят, давайте будем тогда открывать другую игрушечку. Мы, кстати, пропустили одну игру. Это у нас Bullet Bender. Друзья, в прошлый раз мы с вами остановились на 18-й миссии. Ну что ж, давайте теперь постараемся ее пройти. Так, хедшот. Отлично. Так, ключик. Ключик забираем. Опа. Есть и еще один хедшотик. Бэу. Получи, чувак. И теперь сейчас в ускорении, смотрите, как красиво, да, все. Не в замедлении нам показало. Прикольненько. Так, клайм, забрать денежки. Давайте посмотрим, что мы можем здесь с вами себе купить. Оружие. Так, это оружие только за видео, я понял. Так, вот у нас пушка есть. Есть еще вот такая пушка за 700 монет. А это мы можем вообще пооткрывать? Это все пушки открываются за 700 монет. А, ну только по очереди, ребят. Ну все, короче, ладно, пусть будет тогда эта вот пушечка. Все, берем тогда ее. Ну, мы, по идее, equipped, да, то есть она у нас, мы ее типа одели. Так, и погнали. Так, красных уничтожаем, зеленых не трогаем. Зеленый это, это мирные жители, получается, мирные люди, которые никого не трогают, а красных вот нужно уничтожить. Смотрите, пяу, четко, да? Реально четко получилось. Он даже пританцовывает, или мне кажется? Next level, $360 мы с вами заработали. Босс мод. Оу. Ну хорошо, босяка, давай. Давай, 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 давай. Так, куда тут тебе попадать? Цель? Прямо сюда вот. Пяу. Оу, щищ. Так, что, мы попали в него или нет? Ребят, мы в него попали? Давайте так. На, в грудь. Еще одна пуля полетела. Оу. А, это типа броня его, я понял. Так, оп, на, еще разочек. Так, давайте где-то в голову, вот сюда вот поцелим. Вот так, ой. Блин, замочились. Смотрите, ребятки, бам. Бам, бам. Все, готов. Прикольно вообще, мне нравится эта игрушка. Клайм, клайм за видео, нет. Не хочу, не хочу, не хочу. Но мы, кстати, можем с вами эти пули сейчас изменить, да? Но у нас как бы достаточно денег, чтобы это сделать. Давайте только сначала пройдем эту вот миссию. Так, чувак, прощай. Прощайся с жизнью, есть. И ты тоже, короче, до свидания. Прям между глаз ему попал, да? Смотрите, пиу, все, до свидания. Так, я хочу, например, изменить свою пулю, чтобы она была немножко другая. Next level, и так, пули, пули, пули. А, вот, bullet, ребята, вот bullet. Так, как ее открыть вообще? Что, только за ролики они открываются? Вы что, издеваетесь, блин, надо мной или что? Да, только за ролики открываются, представляете? Так, ладно, чувачок, ты, короче, убегай от них, убегай, убегай. Мы сейчас сделаем вот так вот, смотри. Бам, до свидания, и пиу, все. Четко, ребята, просто четко. Смотрите, пяу, красиво. Мне понравилось. I like it so much, very, very, very much. Так, за денежки, экипируем его, ребят. Ну, давайте мы ему оденем что-то. Например, кофточку другую. А ну-ка, смотрите, теперь какой он модный у нас. Чувачок, так, стоп. Стоп. Можно было просто попасть в ту штучку.
в этот вот пропеллер. Короче, ребятки, вот такая вот игрушка. Давайте будем, наверное, закрывать. Открываем другую. Ну, а следующая игра — это у нас Cube Surfer, ребят. Я уже играл в эту игру. И видите, я уже стартую с трех кубиков. То есть, да, то есть мы уже с вами здесь довольно-таки неплохо прокачанные. Так, берем эту всю штуку. Вау, неплохо. Это у нас чекпоинт какой-то был, да? Так, кристаллики собираем, они нам еще пригодятся. Угу, обязательно пригодятся. Так, теперь вот сюда. Еще два подбираем, еще четыре. Опа, неплохо. Блин, сейчас все растает. Нет, почти что все растаяло. Ладно, умножить на 5. Да, я хочу умножить на 5. Ну, ладно, хотя бы давайте умножаем на 4. Вот все, что мы заработали, умножаем на 4. Итого 176. Блин. Так, дополнительные кристаллики. Прям сразу 3 вот так вот разобьем. Оу, неплохо, ребята, мы с вами, в принципе, подзаработали. Смотрите, почти 225 этих, да? Так, это что у нас такое? Мы можем это прокачать. Давайте мы это прокачаем, я не знаю, конечно, что это такое. Так, все, оу, собираем все эти желтенькие кубики. Отлично, ребята. Оп, смотрите, разделились, блин, ну капец. Так, мне не нравится то, что я так делюсь на много кубиков. Так, это съедаем. Ой, это, вернее, не съедаем. Вау, а что-то за бонус был? Ребят, что-то был за бонус такой интересненький. Так, у нас это чекпоинт, отлично. И хорошо, продвигаемся туда вот вперед, продвигаемся. Так, и, блин, не получится, все, врезались. Не хватило еще 2 кубика, ребята, 2 кубика не хватило, чтобы чуть больше кристалликов заработать. Так, ну вот так делаем. Опа, разогнались. Так, магнитик. Давай магнитик, собираем теперь все кубики, которые тут есть. Все просто. Вау. Отлично, поверху пошли. Теперь сюда. У-у-у. Да, ребята, сложная игрушка. Блин, реально сложная. Ох, вот сейчас, ребятки, мы с вами покажем просто бомбезный результат. Смотрите, куда мы дойдем. Это просто капец. Вот наконец-то я дойду туда вот до финиша. Ребята, просто дойду до финиша, смотрите. Опа! Собираем денежки, собираем. Это все там умножится прям, не знаю, на кучу бабла. Так, собираем. Опа, есть! И теперь сколько у нас? Умножить на 10? 2 косаря! Ребята, 2 косаря! Так, давай теперь вот так вот, чтобы мы начинали с 4. Угу. Вот теперь мне нравится, теперь мне реально нравится. Блин, таем, ребятки, таем. Так, но все равно мы большие пока что, блин, а теперь мы маленькие, ну капец. Да что так вообще? Что за приколы, блин? Угу, так, собираем. Большие берем, оу, и большие теряем, ребята. Капец, сколько мы там потеряли, ё-моё, я просто в шоке. Так, сейчас будет умножаться на 1, все. Нет, не хочу умножаться на 1, давай, умножь на 10. Отлично, great. Так, 500 монеток мы с вами заработали. Давайте вот еще один раз. И будем с вами открывать другую игрушечку. Да, будем открывать уже другую игру. Так, это мы проходим. Берем магнитик. Отлично. Теперь вот сюда вот. Магнитик собирает нам все эти вот квадратики. Ой, все, он же не собирает. Блин, а я думал, что он собирал еще. Так, хорошо. Хорошо, ребята. И сейчас, к сожалению, мы до самого финиша не дойдем с вами. Но мы дойдем до умножить на 10. Да, вот туда мы точно должны дойти, потому что у нас хватит ресурсов. Оп, еще разок. Да, у нас хватило всего. Отлично, умножить на 10. И еще 500 монеток мы заработали. Итого, да, мы как бы не улучшим. Ну, а следующая игрушка — это у нас Crowd City. Я предлагаю выбрать какой-то такой мощный скин, за который мы сегодня поиграем. Давайте это будут вот такие вот ящерицы. Да, выбираем их, это типа как бы крокодилы. И все, и погнали. Погнали, короче, на охоту, ребята. Играть будем с вами одну катку, поэтому мы обязаны взять первое место. Ну, я практически всегда беру, ребята, первые места вот в этой вот игре. Не знаю, вот эти вот чуваки, с которыми я играю, они не могут играть. Я вот их всегда выигрываю. И сейчас мы постараемся уже на кого-то напасть. О, ну ладненько, тут много нейтральных было. О, вот этого чувака можно сожрать. Давай. Да блин, ну же, нападаем на него. Там главное последнего сесть. За него 10 чуваков аж дадут, представляете? Вот сейчас еще за этого последнего десяточку дадут. Ребятки, десяточка, все, 34, смотрите, да? Увеличились в размерах. Так, управлять очень-очень сложно. Так, о, теперь можно управлять клавиатурой, отлично. Да, клавиатурой намного проще управлять, чем мышкой. Угу, поэтому управляем клавиатурой. И, ребятки, погнали крошить этих игроков. Чё нам, блин, ботов этих поедать? Правда, ботов поедать неинтересно. Поедаем игроков. У нас еще осталось, в принципе, 1 минута. Мы сейчас вот тут их покромсаем всех. Опа, это что, какие-то собачки, да? Разделили их на ноль и вообще сожрали. Отлично, вот еще один чувак. Давай. Куда ты убегаешь от меня? Все. И его сожрали. Вот еще один. Ё-моё, ребята, да мы тут всех с вами выносим. Просто всех.
всех и вся. Так, давайте мы его добили. Так, добили, отлично. Тут, о, вот тут вот я вижу мощного, ребятки, оранжевого, смотрите, 90 штук у него. Хорошо, сейчас мы этого оранжевого бахнем. Так, куда он направляется? Он направляется вот в эту вот сторону, у него уже сотка. Хорошо, ребятки, сотка, сейчас мы, значит, с ним встретимся. Вот он где, привет, привет, дружочек. Чё, была сотка, да? Была сотка, стало ничего, ребятки, стало 3, 2, 0, всё. Вот там еще один остался перец, а нет, еще два перца, ребят, осталось. Блин, к сожалению, наверное, только одного, а нет, стоп, еще три осталось. К сожалению, мы с вами, наверное, двоих не успеем уничтожить, а может быть даже и троих. Давайте вот сюда вот бежим, вот сюда, вот сюда вот бежим, бежим, заворачиваем. Он где-то тут должен быть рядышком. Угу, последние секунды, ребята, самые последние секунды. И где он? Не успел, не успел, к сожалению. Ну, ничего страшного, вот до него добежали, вот там вот. А, мы его захватили, кстати, ребят, мы его захватили. Отлично, давайте посмотрим. Мы получим какие-то новые скины, потому что обычно за первые места дают скины. Нет, ребят, на этот раз нам ничего не дали. Друзья, следующая игрушка — это у нас Save the Girl, 97-я миссия. Продолжаем играть эту замечательную игрушку за эту замечательную девушку, которая ищет приключения на свою задницу, да? Так, мне нужна помощь. Так, за денежки либо за ракушку. Ну давай на ракушку. Правильно, ребятки. Нужно идти дальше. Ну погнали тогда дальше. Так, ворона. Я бы на твоем месте прямо не пошел. А, она начинает мне что-то каркать. Давайте камнем ее запульнем. На, получай. Ой, ладно, хорошо, это тупик. Она говорит, типа, это тупик туда, если не прямо идти. Так, окей, следующая статуэтка. Ребятки, блин, смотрите. Может поставить эту штуку? Хотя, блин, тут по-любому какой-то подвох. Тут по-любому какой-то подвох. Опа, есть, вот, очки нужно было одеть. Отлично, миссия выполнена, ребят. 97-я миссия. Так, 98-я миссия. Давайте сегодня до сотой миссии постараемся дойти. Я надеюсь, что это не последняя миссия. Потому что мне очень не хочется заканчивать играть в эту игру. Так, куда мне идти? Ну, давайте мы, в принципе, используем магию. Так, вот прямо нужно идти. Хорошо. Ребята, у нас есть 200 монет, и мы можем откупиться. Так, он крыло сломал, ребятки. Нужно его починить. Давайте попробуем так вот сделать. Опа. И чё? А, починили, да? Угу, хорошо. Полегчало ему. Либо ей король спит. Мне нужно разбудить тигра, чтобы пройти. Гитара, либо сопилка, наверное, какая-то. А ну-ка. Опа. Правильно, да? Правильное решение. Да, отлично, ребята, миссия выполнена. И мы зарабатываем с вами еще $50, да, ну 50 монеток. Я почему-то привык постоянно говорить, что это доллары, ребят. Вот в любой игре всегда доллары, 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 доллары. Вау, вот это же Экскалибур сюда внесли. Так, подкачаться, либо быть королем, чтобы достать меч. Да, ребятки, нужно быть королем. Ну, потому что Экскалибур может достать только король. Не сильный человек, а король. Вау, голем. Как мне пройти мимо голема? Так, как мы его разрубим? Вот так вот? Или вот так вот? Ну, наверное, что вот так вот на 2. Опа! Нет, неверно! Блин, а почему неверно? Вот, вот в чем? Вот как мне... Как я должен был понять, что именно вот так вот его... А, блин, дерево, ребята, дерево было. Посередине там, короче. Так, какое страшное животное. Так, в глаз ему воткнуть. Давайте в глаз воткнем. На! Ой, какая жестокая игра, ребята. Очень жестокая игра. Все, миссия пройдена. Так. Что дальше? Я надеюсь, что это не последняя. Я надеюсь, что сотая миссия — это не последняя миссия, потому что я не хочу заканчивать играть в эту вот игру. Она мне очень сильно понравилась. Разработчики, давайте, блин, пилите продолжение, потому что это реальная игрушка зашла. Так, бабки. Рыцарь, может быть, он... проронил, да? Поднять. Типа деньги. А ну-ка, руку. На тебе мою руку. Все, он влюбился в меня. Все, теперь этот рыцарь меня защищает. Отлично. Идем с рыцарем. Так, Робин Гуд, лучник. Так, отбить стрелу. Бэм. Нет, не отбили мы, ребят, стрелу, к сожалению. Ладно, давайте мы с вами все-таки... А, это не последняя миссия, ребят, это не последняя миссия. Ура, 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 ура. Я очень доволен, я безумно доволен, ребят. Сейчас мы быстренько пройдем тогда еще сотую миссию. И будет очень все круто. Так, все, он поцеловал нас. Ваше высочество, да, мы же королева, типа, да, мы королева. И рыцарь должен нас защищать. Так, щит. Опа. Все, щит отразил удар, и сейчас ты меня получишь. Так, все, он убежал, отлично. Следующая миссия, мы проходим через этого лучника. Ой, какая лапа, гигантская щупальница. Так, мы ее можем отрезать. Опа, все, минус щупальница. Ребятки, проходим дальше, миссия выполнена. Друзья, я такого еще не видел, вы только посмотрите, в Роблоксе в Adopt Me играет 600 тысяч человек, я в шоке, если честно, я в шоке, ребят. Я вот сейчас просто захожу в эту вот игрушку прям при вас. Ну как в эту игру могут играть так много человек? Are you subscriber to
On YouTube. Нет, конечно же, я не subscribe ни на кого. Я не хочу подписываться на каких-то там чуваков левых. Я вообще на левых не подписываюсь. Ребят, я так понимаю, что это наш с вами дом. Давайте мы отсюда выйдем. В прошлый раз мне подписчик, короче, подогнал... Так, это что, мне денежки? В прошлый раз мне подписчик подогнал велик. Смотрите, ну как, это мотик. Да, вот теперь мы можем с вами летать на мотике. Мы теперь не ходим, мы теперь просто летаем на мотоцикле. Смотрите, какие мы модные, да? Так, мы можем еще в гости зайти к любому человеку. Вообще, я не понимаю, как? Как в эту игру может играть 600 тысяч человек? Вот на данный момент 600 тысяч человек, ребята, в Adopt Me. Я просто в шоке. Пишите в комментариях, что тут вообще нужно делать, ребятки, в этой вот игрушке. Потому что я вот реально не догоняю. Может быть, в дома заходить, смотрите, какие прикольные тут дома есть, да? Так, как тут слезть? А, просто так вот спрыгнуть и все. Я надеюсь, что мой байк никто не угонит. Все, заходим в домик. Заходим в домик к какому-то человеку. Смотрите, какой он большой. Да, он реально очень большой. Давайте просто посмотрим, что тут есть в этом домике. В этом домике есть второй этаж. Угу. Эта комната, наверное, типа еще ремонт ведется. Да, тут очень много комнат, ребятки. Очень много комнат, но, наверное, что-то реально новый дом. Тут еще люди только, наверное, переехали, да? Так, и тут тоже... А, это вообще балкон, да? Прикольно, прикольно. Ну, такой себе домик, знаете, ни о чем. Вот на вид, конечно, он был очень прикольный, а так-то он ни о чем. Вот давайте зайдем вот в обычный такой вот маленький домик. Вот я уверен, что здесь... намного поуютнее. Так, ну это, в принципе, как и у нас. Тут спальня, можно вот так вот полежать. Хотя, это, ребят, это не мой дом, но я могу здесь делать все, что захочу. Могу в холодильник залезть, но тут ничего нету в этом холодильнике. Короче, вот такая вот игра, блин, капец. Я в шоке вообще. Я не понимаю, ребят, как здесь может быть такой жесткий онлайн. Давайте мы просто проедем эту всю карту, она небольшая. Тут вообще сколько максимальное количество человек играет в этой карте? Ну, судя по домикам, наверное, человек... Сколько? Ну, 20, да, ребята? Так, вон там есть дорога, да? Давайте мы поедем вот прям туда вот. Благо то, что у меня есть мотоцикл. Большое спасибо подписчику моему, который подогнал мне этот мотик. Это, по-моему, его ник называется Сасик, если я не ошибаюсь. Дружище, если неправильно назвал, то, пожалуйста, извини. Но, по-моему, что его зовут Сасик, да. Сасик, вот так вот. Ребятки, вот такая вот, в принципе, игрушка. Ладненько, давайте будем тогда ее закрывать. Открываем последнюю игру. Это у нас Майнкрафт. Друзья, сегодня в Майнкрафте мы будем с вами играть в мини-игрушку, которая называется Death Run. Я очень давно уже не играл в этот вот режим, и я надеюсь, что я буду бегать, потому что тут иногда мы бегаем, да, иногда просто сбоку там стоим и как-то пакостим этим всяким игрокам, но благо то, что сегодня, ребята, мы с вами в роли раннера, да, мы сегодня бегаем, так, но первые не бежим, потому что первые, они быстро погибают. Тут тоже вот есть один чувак, даже не один, там парочка таких вот хитреньких. Вот смотрите, а нет, нас не подбили. Угу, хорошо, так это, короче, первый паркурчик, ребята, идет. Но из-за того, что тут, блин, тут столько всяких чуваков, что я вообще даже не понял. Вау, отлично, оба, дальше вот сюда. Блин, стоп, стоп, ребята. Стоп, 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 стоп. Вот это хорошо. Так, все, мы дошли, в принципе, до первого с вами чекпоинта. Отличненько. Так, теперь вот сюда вот запрыгиваем. Пока что неплохо, ребята. Мы с вами не последние, как бы, идем. О, ага, я думал, что на красную, если падаем, то мы проигрываем. Но нет, ребят, не проигрываем. Угу. Так, теперь вот сюда, вот, отличненько. Теперь вот сюда, вот на это дерево, теперь на вот этого дерева и вот сюда. Все. В принципе, ребятки, благо то, что я хотя бы немножечко умею паркурить, да. Я научился паркурить, конечно, я паркурю не по-профессиональному. Так, стоп, 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 стоп. Там нужно было подумать, наверное. Я вот боюсь, что я могу застрять вот на этом вот моменте. Да, ребятки, есть у меня такие вот штучки, типа... Пяу! Опа, 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 так, есть? Не, не застрял, не застрял. Ребята, проходим дальше. Проходим дальше. Так, это что у нас такое? Угу, тут нужно запрыгивать на вот эти вот штучки. Блин, стоп, 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 стоп. Так, давай, 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 давай. Опа! Да ё-моё, малёшка, не допрыгиваю. Так, отлично, отлично. Теперь вот сюда вот, теперь вот сюда вот, все. Есть. Есть, ребята. Так, тут у нас скоро уже будет сохранение, поэтому не затупить главное. Так, дальше, 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 дальше. Давайте на вот этот вот сначала запрыгнем, теперь на вот этот вот. Так, у нас что там остается по времени? Так, а, блин, снова с этой штуки проходить снова. Да ё-моё, вы что издеваетесь? Так, ну тут, видите, тут много игроков именно задержалось вот здесь вот. На этом вот моменте. Так, play again. Да ё-моё, уже все прошли, только я один остался. Все прошли, только я один остался. Ребята, да как так? А нет, не все, не все, не все. Благо то, что не все еще прошли. О, можно сюда идти. Угу, отлично. И вот сюда так. Оп! А, тупик! Это был тупик, ребята! Меня просто развели, меня развели как лошару последний. Ё-моё, вы что издеваетесь надо мной или что?
Ребят, я уже начинаю, если честно, нервничать. Я уже начинаю реально нервничать, потому что это не смешно. Да капец, блин. Вы что, издеваетесь, ребят? Все, короче, я устал. Ребятки, на этом свое видео я буду заканчивать. Кому оно понравилось, подписывайтесь на мой канал, потому что я нубик Олег из Майнкрафта, не могу пройти вот такой вот легкий паркур, ребятки. Ой, что это было? Ладно, всем удачи, всем пока.